пипец. Это лучше секса, бухла, я не знаю чего угодно. Но здесь стоит побывать реально, посмотреть на это все своими глазами, вдохнуть этот воздух. Завораживающее впечатление. Нереальное просто. Огромные какие-то строения такие, которые, ну, кажется, что человеку невозможно просто выглядеть. Сам четвертый энергоблок вместе с саркофагом, та же самолюдка по сравнению с этим укрытием. Просто капец. Короче, ребята, это просто пиздец. Смотрите. А мы вам еще что-нибудь придумаем. Может, на Луну слетаем. Может, на Марс. В одну сторону? Да, хоть в одну. Главное, чтобы YouTube там показывал. Наши дорогие зрители, подписчики, друзья, всем привет. Особо привет Алене Кравченко. Это наш спонсор в будущий полет на Марс. Все, всем привет, ребята.